И всем привет, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть в игру под названием Brawl Stars. И сегодня, ребята, буду открывать боксы, но не сам, а с вами друган, также подписчиком Моджангер М. Поздоровайся. Моджангер, всем привет. Ну, короче, ребята, я не знаю, как правильно читается его имя, так что вот так вот. Короче, буду открывать 11 уровней, а также вот здесь на пути к славе буду открывать один мегаящик. Итак, ребят, давайте будем тянуть вот топ-коммент с прошлого видео. Тун скользко, как? Ну, короче, ребят, думаю, вы рассмотрели этот комментарий, так что погнали открывать. А хотя нет, ребят. А также, ребят, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. И также, ребят, как вы думаете, мне что-то выпадет или нет? Ну, Бодя, как ты думаешь, выпадет что-то мне хорошее такое? Прям персонаж. А персонаж нет, что ли? Меня не ожидает, нет? Персонаж не? Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Нет. Давай, если свитить, скажешь. Короче, у меня 32 бойца. 32 бойца. Мне 9 бойцов надо еще, чтобы была вся моя коллекция. Тебе там кто-то звонит? Нет. А, это у меня звонят. Подожди секунду. Итак, ребята, вот я снова здесь. Мне там позвонили, так что все. Дальше открываем, да. То есть мы даже не открывали, просто начинаем открывать. Все, ребят, погнали. Так. Большой ящик за 11 уровень, давай, выпадай. 41. Блин, нужно, что выпадет, не выпало. Маленький, ничего. Так, большущий мегаящик. Ой, большой ящик, то есть. 110, ничего. Да ну почему так? Какой-то у меня аккаунт не такой. Ну как так-то, а? Ага. 48 у меня золото. Нормаль, нормаль, нормаль. Хочу сегодня... Один предмет. Серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Нет. Если мне сейчас выпадает какой-то персонаж, я буду орать. Боя, что там, ты уже знаешь? Нет. Да, я знаю. Блин! Гаджет, боу, страх и топот. И топот. Мне показалось еще компот. Вот, и все. Так, все. Маленький ящик, давай. Оп, 16, ничего. Так, большой ящик, давай. Открывай, давай. Оп, 6-8. Ничего, и все. Так, большой ящик. Давайте. 61. Ничего, вот основа. Снова ничего, ребят, ну как так? Короче, ребят, остался мега ящик и маленький ящик. Бодя, как ты думаешь, сколько будет предметов? Как ты думаешь? Посмотрим. Пять. А ты будешь двойного ящика? Да. Пять предметов, ничего не... Я ничего не ожидаю, ничего, ни на что не рассчитываю, все. Мега ящик, все, погнали. Пять. А по ней все легендарка. Легендарка. Все, последний мега ящик уже был. В общем-то, ребята, какие-то дальше мне невезучие открытия пошли. Ну, это, в принципе, понятно. Мне уже много бойцов выпало на видео. Вы сами все уже видели, вот. Да. Ну, хотя бы за гаджет, то спасибо. Да, ну, он хвастается своими скинами. Скинами, кстати, 48 гемов. Что можно купить на них? Подожди. Я тоже могу скины на них купить. В принципе. Ну, давайте купим. Давай. Все, купили. Ура, ретро Нани у меня. Короче, ребята, ищите видео с моими бойцами. Я буду играть с ними, все такое. Давно уже не играл ими. С моими друзьями и все такое. Ну, не играл, да. Давно не играл все-таки за бойцов своих на видео. Ищите, все будет у меня на канале дальше, в дальнейшем там, да. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал Моджо. Ну, Моджангер. Короче, он будет там снимать Майнкрафт, все такое. Заходите на его канал, да. Оформление я ему сделал, он сделал, я там не очень, ну как не очень, ну нормально еще сделал, да. Он бы вообще без меня его не сделал, ладно, может быть и сделал. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых видео, ребят. Пока! Пока!